Не обращая внимания на детей, медсестра и нянечка одного из тимиртауских детских садов устроили выяснение отношений с рукоприкладством и нецензурной бранью на глазах у детей. Все случилось 30 января. Медсестра накинулась на помощницу воспитателя. Завязался конфликт. Началась драка с матами и криками в присутствии детей. Говорится в описании к видео. Все так и осталось бы незамеченным, если бы не дети, которые стали дома рассказывать об увиденном. В отделе образования Тимиртау прокомментировали видеозапись. В ведомстве сообщили, что по данному факту проводится служебное расследование. Цитата. Администрация детского сада Адимы обратилась в Восточный отдел полиции с заявлением о возбуждении дела об административном правонарушении. Данный вопрос взят на строгий контроль отдела образования города Тимиртау. В областном управлении образования сегодня пояснили, что медсестра все еще на больничном, и поэтому решение еще не вынесено.